Прием-прием, друзья, на связи Шедимен, конечно же, Леди Леска. Всем привет. И Нуби Кубик. Привет, друзья. Сейчас только не шумите, потому что прямо сейчас за нашей спиной находится доктор Ливси, на улице уже утро. Мы пришли как можно раньше, пока он не проснулся, и пришли мы для того, чтобы сегодня его затроллить. Мы стали маленькими, набрали огромное количество предметов, вот посмотрите, что у меня сейчас в инвентаре находится, и именно с помощью этого мы сегодня попробуем затроллить доктора Ливси. Ну а ты, кстати, прямо сейчас пиши в комментариях, какой предмет в Майнкрафте ты бы использовал для его троллинга. Первое — динамит, второе — портал ган, и третье — плащ-невидимку. И после этого ставь лайк и обязательно жми на красную кнопку подписаться. Нубик, что такое? Нубик, что ты тут смотришь? Все, ребят, поехали, давайте, что будем делать, как вы думаете? Нет, еще. Пока еще есть время, прикол что? Какой? Что, как вы думаете, он проснется, что он будет делать в первую очередь? Вот эту бутылку рома возьмет. Да, точно. Он в первую очередь проснется и встанет на ноги. Нубик, ну не настолько уже очевидно, ты пошире немного мысли. Смотрите, как он спит, у него голова на полу там лежит. А он ой, же всегда... Все, ребят, я сломал эту бутылку рома. Все, пускай, иди в море выкини. Все, бежим, бежим, он сейчас проснется, ребят. Очень неочевидно. Дверь только закройте. Если он всегда говорил, что ром это... Да. Закрывай скорее. Идите сюда, классно. Идите сюда. Можно в окно можно посмотреть. Так. Вон, смотрите, он нас не заметит. Я буду бодр, как всегда. Так, а где мой ром? Нубик, я вроде вчера его не видел. Нубик, запомни одну вещь, не перебарщивай. Ладно, так, ладно, хорошо. Где-то я его потерял, видать. Куда он его так искать, его пойдет, серьезно? Так, ну-ка, тихо-тихо. Так, ладно. Нубик, вообще пофигу, давай троллить Ливси. Он в туалет пошел, ребят. Мы забыли туалетку вынуть. Надо было туалетную бумагу успеть вытащить оттуда. Нет, давай мы дверь сломаем и стоим. Нет, Леска, ты что делаешь? Так, что такое, кто тут? Он не увидел меня. Я тоже ушел, я тоже. Что такое? Кто-нибудь, внутрь кто-нибудь зайдите, туалетную бумагу сломайте, он пока спиной стоит к вам. Так, 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 так. Ой, быстрее, Нубик. Нет, вроде нет никого. Успели? Я так, ну ладно. Да. Так. А я наверное, ветер, северный ветер это. Убирай туалетную бумагу. Это Гольфстрим какой-нибудь. О, он в воду упал, ребят, все, он поднимется. Да, 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 он поднимется. Ненормальный какой-то вообще с утра уже. Так, а где кто, Леска? Ты что так далеко? Он просто сам себя пранкует. Так. Ох, класс. И что, он пойдет в туалет или нет? Тихо, я не знаю, Нубик, это где? Захожу. Убегаю, где вы? Почитаю что-нибудь. Тихо, все, пускай сидит там, короче. Я забрал у него туалетную бумагу, ха-ха. О, там туалет разорван. О, что это? Бомбежки стреляют. Вы слышите это? Ужас, ложись. Давайте я вот этим, короче, средством от комаров побрызгаю возле двери. Давай, я тоже что хочу попробовать наши новые девайсы. Я тоже хочу ему для туалета стерилизатор псы. Ох, как хорошо. Мне кажется, у него приблизительно то же самое в туалете сейчас происходит. Так, ребят, тихо, он выходит. Надо проветрить что-то тут. Так, на окно. Да. Нубик, давай скорее на окно прячься. Тихо, стоим. Ух, Нубик, только не выбегай. Хорошо. Перед носом не бегай у него. Хорошо, я не бегаю там. Так, ну все, можно из-за дела взбраться. Так, сегодня Женя, много хочу дел. Вот это... Ой! О! Пойду я хочу вот эту работать. Штуку попробовать оживить. Это... Работать пошел. Нужно это не оживить. Снарядить это... корабль. Огненный шаремет. А можно так, эту что штуку нужно, чтобы снарядить корабль? Самое главное. Давайте попозже, короче. Я не знаю, просто. Он бочки подожди, какие-то бочки пошел таскает. Тягать. Да, да, так, да. Так, а что нам можно бочки сделать? А где бочки есть, чтобы их таскать? А, спереди, вон там. Стояла, что такое? А, ты что такое сам? Так, ребята, крюк как эндерперл не используйте. Я говорю. Не работает. С вами что ему? Да, Нубик, не делай так. Застрелишь. О, Ливси упал снова. Он что-то падает, посмотри, какой-то странный этот сегодня. Крюк он плохо это все потому, что рома я не выпил, наверное. Так, а давайте оживим вот эту печку. Ой, я тоже это хочу. Это наоборот, давай, из-за давай, рома давай, он давай. Так падает. Давай, давай печка смешная, да. С ногами я будет. Хочу. А что, не работает? Да. Печку нельзя оживить, походу. Ну-ка, прячьтесь печку скорее. Так, стойте, а давайте дерево оживим. Бочки. Ребята, он близко прячет. А, вот что-то оживили, фу, кошмар. Нубик, он не заметит, слишком далеко. Фу, кошмар, как просмотрится вечно. Печка бочки, не оживляется, еще. Леска, пару почему бочек, миленькое же бревно получилось? Страшно. 8 бочек. Страшно, Рома. Страшно, страшно. Или пороха, я уже запутался. Давайте я вот это. Видно там его? Стой, надо это бревно убрать идем? Тогда сейчас. Слушайте, а это бревно ведь на нас нападать может. Вот именно, я его убрал. Бочки. Все, оно горит.
Так, он бочки все таскает. Ребят, что, может, еще что-то сделаем, натворим на корабле? А давайте туалетную бумагу поставим. Класс. Тут я жду, когда он с корабля уйдет. Я хочу эти бочки сломать, короче, все. А, давайте. Туалетная бумага не оживляется. О, я испугался, капец, он это. Что, а что, он не утонул, что ли, бревно? Смотри. Бедный он, мне его жалко. Пытается вылезть. А может, огнемет на него? А где Ливси-то? Я что-то не вижу. Ребят, я не знаю, где он. Бочки поставил. Так, идем обратно. Пустите на корабль. Тихо, он идет, идет. Лубик, поднимайся скорее. Так, еще нужно здесь пороху или динамиту взять. Так, это значит, сейчас сюда придет. Давайте на корабль сейчас побежим. На корабль побежим. Бочки ломаем, Нубик, сейчас бочки все ломаем, его трубы все. Да, да. Побежали. Побежали. Так, а, я выбрался наконец-то. Ой, ребят, я в воду упала. Леска тоже в воду упала. Леска, ну что ж такое? Ты что, Рома выпила? Ребят, я поднимаюсь по лестнице. Вы идете со мной? Да. Я иду, я упала, только сейчас поднимусь. На корабль, я же говорю, надо бочки ему сломать. Ребят, вы мне поможете сегодня? Нет, что ж вы такие глухие-то сегодня? На корабль я иду, динамиту я несу. Зеленый, зеленый, дели все бочки. Это класс. Я бегу уже, Леска, пойдем за мной. Разместим здесь вот на носу корабля динамит. Шенди, ты где? Ломаю бочки, которые должен был с вами ломать, а я это не успеваю делать в одиночку. Я тогда буду, я уже забрался. Так, все, динамит я поставил, я так, смотрим. Я сейчас приду, ребят, я тут, потому что... Тихо, прям по бочкам идет, тихо. Не идите ко мне, он сюда идет. Это что такое? Он прям возле меня стоит. Я заметил много бочек, а нет, здесь только одна бочка. Нет, 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 я за головой прячусь. Это крысы он на корабле. Он меня прям как будто бы посмотрел, я а сейчас я их найду. Ох, тихо. Я буду их искать. Так, сейчас их найду. Он искать пошел нас. Но мы не крысы, Шейди, поэтому так, не меня нас никто ищет. Не видит, я сейчас вылезу. Так, ну-ка, в трюме нету вроде крыс. Так, хорошо. Динамит оживите ему. Тут. Кто динамит, за динамит? Мне кажется, невозможно оживить. Быстрее, пока есть время. Он ушел. Все, нет, нет времени. Уже пофигу, Нубик, уже поздно ушел. Я думал, он просто мечально упал и сейчас вернется. Нет. Он не вернется, он куда-то пошел. Зачем? Куда он пошел, интересно? Пойдемте за ним. Леска, ты где? Да я вылезти пытаюсь. А там что-то динамит дом горит, я собрал, ребят. Собрал бочки. Я собрал. Это ничего страшного. Я не знаю, почему он горит. Я не знаю. Так он же не горел, что за он идет к кораблю почему-то, ну. Ребята, так, давайте оживим что-нибудь. Сено еще или еще что-нибудь. Что он делает? Нафига ему эти бочки вообще? Я оживил. Так что такое еще? Давай весь динамит оживим. У меня тут пролетело. Ай, да почему я не могу пройти? Комары какие-то кусаются, что ли? Уходи, уходи оттуда. Это что так за дичь Нубик, такая? Я же тебе куда ты динамит побежал? Тихо. Я даже это без меня тут никто не смеет ничего делать. На тебе динамит. Он против динамита воюет. Хотя, по сути, если он завалит динамит, из него опять вылезет динамит, я такого и мы не можем опять никогда его оживить. Нубик, о чем ты только думаешь, я не понимаю. Тебе жалко какой-то кусок динамита. О чем ты говоришь вообще? Что, получается еще? Так. Пока получается. Вот пойдемте за ним скорее. Я оживил паутину. Ого. Идемте. Я не знала, что так можно было. Так, где Ливси? Ребят, он уходит с корабля, Шенди, не тормозите. Чего такие тормознутые? Все, пойду-ка я соберу пшеницу. Он пшеницу пошел собирать, давайте быстрее на крышу дома заберемся и что-нибудь оттуда пальнем паутины как раз таки. Давай-давай, я на корабле, я где на носу получается, возле носа. А, ну хорошо. Я уже возле пшеницы. Так, вот собираю я пшеничку. Леска, побежали быстрее. Побежали быстрее. Так, я боюсь, что я сейчас опять упаду в эту воду. О, сам себя в паутину загнал, жесть. Так, опа. Так, поднимайся. Я оживляю паутину. Зачем, Нубик? Мы должны стрелять в него с крыши. Что ты делаешь? Вот это я быстро. Я уже забрался почти на крышу. Так, я бегу к вам. Шадяр, как ты забрался на крышу? Нубик, ты почти забрался. Вот я почти все и собрал. Так, где он? Так, это что такое? Я пуляю. Куча, ребят, что вообще вы? Что я вас позвал? Осторожно. Вообще один все делаю в итоге. В смысле, я тут напуляла, знаете, сколько паутины? Какой? Вон, я паутину всю испробовал вообще-то. Я полностью использовал. Вот же ну-ка, я вообще-то не бездельем занимаюсь вообще-то. Вон шаромет как запомнил. Я понял, как залезть на крышу. Так, я как отсюда вылезти-то? Я его поджег, он горит. Так, это что, совсем какая-то дичь получается. Нубик, нажимай на кнопку, ладно, и будет ничего, работать. Ладно, сейчас мы отсюда вылезем. Куда нажимать? Доктор, пускай хотя бы из паутины выберется. Это а мы не перебарщиваем, ребят, а? А как нажимать на эту огненную штуку? Я вроде всех перестрелял. Нубик, ты уже делал только что, у тебя работает. Куда ты дом поджигаешь? Что-то все горит еще, так.
я начальник. Искры, это кто летает? Вот сейчас кто вот этот стреляет шарометом? Я стреляю. Нет, шарами не я стреляю, это нубик стреляет. Ладно. Все, я потушил. Огонь так, можно оживить? Что-то у нас со стройкой. Нубик, мы сейчас Ливси троллим. Какой огонь оживить? О чем думаешь вообще? Так. Зачем тебя вообще позвали в этот троллинг, нубик? Материалы вроде все на месте. Шеди, а что ты говоришь-то, Шеди? Не знаю, бегите за мной. Я бегу за тобой. Шеди, так. Мы бежим за Ливси. Все, классный будет, знатный будет корабль. Он строит что? Конечно, не за Ливси, мы же не Ливси сегодня троллим. Зачем нам Ливси вообще, в принципе, я не знаю. Это будет действительно классный поход. Ты что так много кидаешь, закидываешь все? Так, а почему все горит-то? Потому что если мало сделаешь, он не заметит ничего. Что такое-то сегодня? Да вот именно, мы же сегодня маленькие, а стрелы... Что-то не клеится сегодня. Ребята, вы где? Вот леска я здесь, буду... а вот где нубик, непонятно. Выбираюсь. А, ну все, ладно. Потушил, нет, не потушил. Так, леска вот там еще что-то горит. Так. Я просто, чтобы спуститься вниз, так, чтобы мягче было на паутину. Так, 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 опять тут горит тоже. О, привет. Так, осторожно, что, там все горит. Все горит, все, потушил. Закидываем. Так, о, осторожно, ребята, сюда смотрят. Так, это кто там? Ой, нас полили. Тихо, ребята, бежим. Стойте. На корабль, на корабль. Заманим его в ловушку. Крысёныши, идите сюда. Пошлите, валим. Валим от него. А, патроны кончат. Ребят, с другой стороны бегать. Уворачивайтесь, уворачивайтесь. Ребята, давайте влево-вправо, мы не бежите. Ай! Вы бежите за мной, ребят, что отстаёте-то, Леска, ты где? Да бегон за мной бежит. Убегает, Алиса, остановите его, паутины, Леска, давай выбирайся скорее. Так, иди сюда. Вот, все, беги, беги, что ты стоишь-то куда на месте, бежать, беги. Куда бежать, в какую сторону? Господи, Леска, сделай это наконец-таки. Подходи. Что ты тормозишь-то? Давай сюда, в эту сторону, куда? Где вы? Да ёперный твой, налево, Леска, мы стоим на другой стороне, ты можешь уже найти нас наконец-то? Подождите, ну что такое-то? Так, иди одна сюда, осталась. Подходи, Ливси. Нет, я не буду подходить. Давайте на корабль быстрее все. На востоке и на западе. А, быстрее, я вас и отсюда достану. Кошмар какой-то. У нас пока время есть, сейчас свалить, давайте быстрее. Так, ладно. Мы успеваем вроде, я не знаю. Нам надо обманку сделать, залезть на корабль, чтобы он не заметил, как мы оттуда слезем. Просто так возьмете, что ли? Вот именно. Все, он сейчас отражает. Я не таких пиратов посиливал. Так. Вы у меня еще попляшете. О, вот нубик твои, этот таракашки ожили. Это мои. Че он не убивает твой дурацкий монстр, нубик? Да ты фига его создал вообще. Я бегу, я уже... Я почти на корабле, ребят. Давайте, надеюсь, что никто из вас не упадет сейчас в воду. Так, сейчас я кое-что вам приготовил. А давай ему вот эту штуку насыпем, он берет пушку. На корабль. Что он собирается делать? Так, на корму, на нос лезем, стрелять. Да, ребят? Да-да-да. Через нос корабля на воду нос десантируйтесь. Хорошо. Он про какую-то пушку сказал, слышите? Да, кстати, я не знаю, что это пушка. Он нас хочет этой пушкой любого что-то настоящего. Так, давайте за мной сейчас. На счет три. Раз, два, три. Куда воду. Вы? Воду, 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 воду. Все, так. Плывем. Ой, он уже палит в корабль. Быстрее, уходите с корабля, а, скорее. Я ушла, ушла, ушла. Ой, я смотрите, что он делает вообще. О, ненормальный разозлился. Сюда, крысёныши, я вам сейчас покажу. А, да. Главное, чтобы нас с вами рыба сейчас какая-нибудь не съела. Главное, чтобы откуда, нас интересно, еще не у него эта пушка? А, дизантирус. В смысле, как он нас заметил? Какого фига-то? В смысле, кажется, как это возможно рандомно, вообще? Он рандомно стреляет, он, по-моему, вообще как... Знаешь, я не знаю, что он делает вообще. Шеди, Шеди, посмотри, как он стреляет. Эти штуки большие, что мне он... что-то это напоминает, вот это вот его вид, как ничего он стреляет. Не напоминает. Напоминает. Получаете. Знаете, что потерянное подумал, лицо он какое-то. Носится, кстати. Тут, кстати, залезть негде вообще, я вот тут вот мучилась уже. А крюки нам зачем? А у меня он не зацепляет. А я застреваю в них. Я вам сейчас... Вот зацепиться не получается, что ли, за стенку-то крюками? Не-а. Я только что кораблем на корабль так выходил. Вот что делает он. В смысле, что? Вот, смотри. Сейчас, короче, смотрите. Давай. Без нубаса ничего не можете нифига. Но вот у меня, он что-то не работает. Он нас палил, я же говорю то, что он в нас стреляет. Только зачем он это делает? Как он нас заметил, я не понимаю. Откуда вот как он тут просто взялся? Я не понимаю, зачем? Ой, серьезно. Я в себя попал. Давайте быстрее. Так. Где они? Куда подевались? Вот я и все, ребят, давай. Смотрите, я вылез. Давайте за мной теперь. Так, что-то я тут застрял. Я не застрял в этом крюке, оказывается. И чё? Так, ой, сейчас я вас найду. Леска, я даем тебе минуту, без тебя уходим, серьезно. Нет, Леска, ты нажимай. Наконец-то, да, все, валим отсюда, давайте побежали. Ребят, в лес куда-нибудь как? Подальше, быстрей! Я не знаю.
Он сейчас пол, он сейчас все свое поселение здесь разнесет вообще. Сам себе урона больше нанес, чем мы. Сейчас я найду. В лес, на высокое дерево куда-нибудь. Ой, я слышу выстрел за спиной. Нет, стойте. Так, мы отворачиваемся. Уходим. Сюда. Ребята, Полунда. Залезаю на дерево. Ничего себе, разряды у него зеленые. Быстрее! Убегаем на дерево все. Где вы? Я вас найду. Так, Нубик, я поднимаюсь. Смотрите. Слушай, так он сейчас спалит весь лес. Все, ребят, мы спрятались. Без паники, без паники. А я на курице притвориться. Ты. Давай. Не надо, в смысле? Не надо. Сейчас курица только, Нубик. Шеди. Я не знаю, ребят, я на дереве на каком-то, я не знаю, где. Леска, ты вообще невидимка почему-то. Шеди, это я. Я невидимка? Я понял, Нубик, я же говорю, не надо. Ладно, так, хорошо. Сейчас я вам устрою. Ой, я вижу его, хорошо, что он не рядом со мной. Смотри, я вижу, как он стреляет. Что он делает вообще? А вы на каком дереве, ребят? Ну вот ты, вот тут, как сказать, я не знаю, на зеленом. Я не вижу просто, где вы. На дереве, на котором могу он сейчас. Ай, кто поджег тут землю? Не знаю, слушай, я на каком-то так, дереве. Леска, мы стреляем. Идите, выходите вижу, сюда, что-то. Доктор Ливси сейчас вас вылечит. Ладно, ребята, мне кажется, его можно в одиночке уже оставить, короче, потихоньку отсюда свалить. Мне кажется, ему самому лечиться надо. Он всю бухту свою спалил в итоге. Короче, Леска, я не знаю, что-то мы Леску, короче, потеряли где-то. Ладно, еще, я вас еще найду. Потерялась в бою где-то. В общем, друзья, мы будем потихоньку на этом заканчивать. На связи был Шедимен. Вот такой сегодня получился троллинг Лески, хотел сказать, Ливси. На связи был Шадимен, всем удачи, всем хорошего настроения, не болейте, и всем пока-пока. Пока-пока, друзья! Всем пока-пока! О!